продвижение и демонстрация культурного наследия, возможность изучать, исследовать, открытие культурно-образовательного центра в Белорусском государственном университете. Одним словом, welcome to Pakistan! В Белорусском государственном университете культуры и искусств открыли образовательный центр Пакистана. Этот центр является самым важным, как по моему мнению, потому что это место, где студенты изучают именно культуру и искусство. Хочется отметить, что вот подобные мероприятия, они являются примером того, что отношения между обеими странами развиваются во всех отраслях, в том числе в образовании, в культуре. Познакомиться ближе с культурой Востока через экспонаты, вышитые сумки, кошельки, одежда, изделия из меди, оникса, дерева. Вдобавок, выставка картин пакистанских художников. Пакистан – одна из тех стран, которая очень ярко представлена в созвездии Востока. Наш центр, я думаю, станет примером сотрудничества между Востоком и Западом. Это все очень важно для понимания другой культуры и осознания себя как самостоятельной нации. Своеобразный день восточной культуры продолжил концерт «Межкультурная симфония. Беларусь встречает Пакистан». Насладиться музыкой и танцами. В актовом зале университета собрались студенты и преподаватели. А тяжело вообще было выучить этот танец? Непривычно было, но было очень интересно, и мы, я считаю, что мы с этим справились. У нас в танце есть очень интересный вот такой момент. Мы делаем из него розу и дарим девочке. В завершении мероприятия дегустация традиционных пакистанских блюд. Кулинарные традиции Пакистана в чем-то схожи с индийскими. Здесь также используется мясо, баранина и рис. Самса с картофелем. Жирненько, но тесто тоненькое. Зачем тут плов? Это самса. Это очень вкусно. Открытие культурно-образовательного центра приурочено к 30-летию дипломатических отношений Пакистана и Беларуси. Валентина Трубач, Игорь Посохов, агентство «Минск Новости».